конце ноября 1941 года в Куйбышеве и на Безымянке было очень холодно. Ветер гнал снежную крошку через рельсы по реке и дальше, где снег таял от слабого тепла сотен тысяч тел и от редких костров. Такой увидел Безымянку автор романа «Безымянлак» Андрей Олих. Некоторые страницы этого романа мы с вами сегодня и перелистаем. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».